Рамадан – месяц благочестия, поддержания родственных связей и просьбы Аллаха о милости. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Лайса аль-бирра ан туваллю вуджухакум кибаля аль-машрик и аль-магриб, валякин аль-бирра ман амана билляхи валь-яуми аль-ахир, валь-малаикати валь-китаби валь-набийин». وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закат, соблюдал договоры после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. Сура Корова, аят 177. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем: Рамадан – это месяц поклонений, благословений и милостей, месяц поста, совершения ночных молитв, укрепления родственных связей, дружбы и взаимодействия в благочестии и богобоязненности, месяц, в течение которого испытывается терпение мусульманина и его хорошее ожидание божественного возмездия и набожность. Ведь постящийся терпит голод и жажду, сдерживает склонности своей души, переживает неприятности и приближается к Аллаху при помощи различных поклонений, таких как чтение Корана, поминание Аллаха, совершение ночных молитв, выплаты милостыни, примирение между людьми, проявление максимального усердия, чтобы достичь интересов страны и людей. Это и есть часть совершенной веры, которая несет в себе милость Аллаха, слава Ему и величие. Аллах Всевышний говорит: «Инна рахмат Аллахи карибу мин аль-мухсинин». Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Сура Преграды, аят 56. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тоже говорит: «Поистине, благо сокровище, и у этого сокровища есть ключи, туба, то есть блаженство, тому рабу Аллаха, которого великий и могущий Аллах сделал ключом к этому благу и замком для зла. И горе тому рабу, которого Аллах сделал ключом ко злу и замком для блага». Священный месяц Рамадан является полем соревнования в благотворительности, где рабы Аллаха участвуют в самых искренних деяниях, чтобы приблизиться к Аллаху Всемогущему. И таким был Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, в Рамадане. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, когда с ним встречался Джибриль. Во время Рамадана Джибриль встречался с ним каждую ночь, изучая вместе с ним Коран. И поистине, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встречался с Джибрилом, он был более щедрым на все благое, чем вольный ветер». Итак, Рамадан – это обширная область благочестия, особенно угощение едой окружающих, что характерно для данного священного месяца и является признаком нашей истинной религии. Абдуллах ибн Салям, да будет доволен им Аллах, передает: «Когда пришел пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, скопились люди перед ним.
Я пришел среди людей, чтобы посмотреть на него, и когда показалось его лицо, я понял, что это не лицо лжеца. И первым, что я услышал от него, были слова: «О люди, приветствуйте друг друга миром, поддерживайте родственные связи, угощайте едой окружающих, молитесь по ночам, когда люди спят, и вы войдете в рай с миром». Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, включают здесь четыре качества, три из которых относятся к связям между людьми. Это угощение едой людей, распространение мира и поддержание родственных связей. А четвертое качество относится к связи между рабом и его господом, а именно совершение ночных намазов, когда люди спят. В этой связи один человек спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, какое проявление ислама является наилучшим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: лучший состоит в том, чтобы кормить людей и приветствовать тех, кого знаешь и кого не знаешь. Человек не должен недооценивать или презирать какое-либо благое деяние, ибо он не знает, какое деяние будет принимать Аллах Всемогущий. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ни в коем случае не пренебрегайте ничем из праведных дел, даже тем, чтобы дать кусок веревки или ремешок сандалий, отливать воды из своего ведра в посудину того, кто ее попросил, убирать вредоносную вещь с дороги людей, встречать с улыбающимся лицом своего брата, приветствовать своего брата или мягко и приятно относиться к незнакомцу. Если какой-то человек будет поносить тебя и укорять тебя в том, чего в тебе нет, то не укоряй его в том, что в нем есть. Оставь его, и грех за это понесет он, а ты получишь за это вознаграждение от Аллаха. Делайте то, что ваши уши любят слышать, и избегайте того, что они ненавидят услышать». Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый мусульманин должен подавать милостыню». Люди спросили: «О пророк Аллаха, а что делать тому, кто ничего не имеет?» Он ответил: «Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу самому себе и подавая милостыню из заработанного». Люди спросили: «А если он окажется не в состоянии подавать милостыню и в этом случае?» Он ответил: «Тогда ему следует помочь нуждающемуся, который оказывается в беде». Еще спросили: «О посланник Аллаха, а если не в силах?» Пророк сказал: «Пусть направляет к хорошему». Люди снова спросили: «А если он окажется не в состоянии сделать и этого?» Он ответил: «Тогда пусть совершает одобряемое шариатом и воздерживается от всего дурного, и это зачтется ему как милостыня». Между тем, мы утверждаем, что благочестие – это собирательное имя всех хороших качеств и любых поступков, которые нравятся Аллаху Всемогущему и приносят пользу людям. Вот почему пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Благочестие есть благонравие». Кроме этого, верность, признательность и благодарность людям за их заслуги являются подлинным нравом, которым обладают только благородные лица. Да будет блажен поэт, кто сказал: «Верность для благородного есть обязательство, а подлость связана с вероломным. Благородный к спутникам относится правдиво, а подлый служит несправедливым». Другой поэт говорит: «Когда благородные становятся в зажиточности, помнят тех, кто были с ними в бедности». Более того, одними из величайших образов благочестия служат крепкое отношение и хорошее общение между родственниками, соседями и всеми людьми. Это есть и один из важнейших факторов достижения гармонии и сплоченности, а также распространения ценностей сочувствия среди всех людей. В Рамадане нет места раздорам или ссорам. Так, если Рамадан есть месяц крепкого отношения между людьми, то прежде всего необходимо поддержать родственные связи,
важность которой показана в богооткровенном хадисе, где прославленный Всевышний Аллах говорит: «Я Аллах, и я милостивый, Ар-Рахман. Я сотворил родственные связи, Рахим, и дал им название от своего имени. Кто станет поддерживать их, с тем я буду поддерживать связь. А кто станет порывать их, с тем я порву связь». В Священном Коране тоже говорится: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Может быть, если вы станете руководить или отвернетесь от веры, или откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле, разорвете родственные связи. Так их Аллах проклял и лишил слуха, и ослепил их взоры. Неужели они не размышляют над Кораном, или же на их сердцах замки? Сура Мухаммад. А также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорит: «Дела людей представляются Аллаху каждый понедельник и четверг. И в эти дни всемогущий и великий Аллах прощает грехи каждому человеку, не поклонявшемуся ничему наряду с Аллахом, за исключением человека, которого ненависть отделила от его брата, и тогда он говорит: оставьте этих двоих, пока они не примирятся друг с другом». Пророк, мир ему благословение Аллаха, считал поддержание родственных связей из столпов веры, которым он, да благословит его Аллах и приветствует, руководил в начале своего послания. Сообщается, что Амр ибн Абаса, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во времена джахили я пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: кто ты? Он сказал: я пророк Аллаха. Я спросил: а кто такой пророк Аллаха? Он сказал: меня послал Аллах. Я спросил: с чем же он послал тебя? Он сказал: он послал меня, чтобы я передал людям его веление поддерживать родственные связи, разбивать идолов и поклоняться только Аллаху и ничему более наряду с ним». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также считал поддержание родственных связей одним из признаков веры. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, поддерживает родственные связи». В подтверждении этого смысла был ниспослан следующий аят: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Обладатели же родства, одни из них близки к другим по Писанию Аллаха. Сура Трофея, аят 75. Другая форма укрепления связи – это поддержание добрых отношений со всеми окружающими. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Мусульманину запрещается избегать своего брата более 3 ночей. При встрече каждый из них станет отворачиваться, но лучшим из них будет тот, кто первым поприветствует другого миром». Это означает не только начинать с приветствия миром при встрече по пути, но и начинать с мира во всеобъемлющем смысле слова. Таким образом, чтобы мир стал настоящим, а не придворным, или тем произнесенным языком и отрицаемым сердцем. Это скорее внутренний мир, искренний мир с другом, близкими, родственниками, соседями, коллегами, человеком, животным, неодушевленным и всей Вселенной. Аллах, слава ему и величие, говорит: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أو في كتور أوفيرالي входите все в мир и не следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас явный враг. Сура Корова, аят 208. Вот что я хотел бы сказать: я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. О мои братья в исламе!
Мудрость Аллаха Всемогущего потребовала, чтобы последние 10 дней Рамадана давали возможность благодетелю увеличить свое благо и безразличным людям послушно восполнять то, что они упустили. Ведь это дни, наполненные божественными благословениями и Божьими дарами, которыми Аллах награждает своих рабов. Каждый мусульманин должен тогда подвергать себя милости Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, в течение года есть такие моменты, которые являются особыми для вашего Господа. Так что, будьте готовы к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из этих особых моментов, после чего вы никогда не будете несчастными». Поэтому наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в течение последних 10 дней Рамадана посвящал себя чрезмерным поклонением, послушанием и приближению ко Всевышнему Аллаху. В течение последних 10 дней Рамадана нам надлежит усердствовать при оживлении таких ночей, следуя примеру пророка, мир ему благословение Аллаха, который проявлял такое усердие в последние 10 ночей, какое не проявлял в другое время. Передается от Аиша, да будет доволен ей Аллах, рассказывала: когда наступали последние 10 дней Рамадана, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потуже затягивал свой изар. Изар – это вид одежды, закрывающий нижнюю часть туловища. Потуже затягивал свой изар, оживлял ночь молитвой и покорностью Аллаху и будил членов своей семьи. Аиша, да будет доволен ей Аллах, также сообщает: пророк, мир ему благословение Аллаха, смешивался в течение первых 20 дней Рамадана между сном и ночными молитвами. А с наступлением последней декады посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда бодрствовал ночью сам, проявлял особое усердие и накрепко затягивал свой изар. Кроме того, Аллах, слава ему и величие, выделяет последним 10 ночам Рамадана одну ночь, которая считается одной из самых великих и лучших ночей. Это ночь предопределения, Лейлатул Кадр, в честь общения своего любимого Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Со слов Муджахида, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, привел историю о человеке из числа сынов Израиля, который нес оружие на пути Аллаха в течение 1000 месяцев. Мусульмане были поражены, поэтому Аллах, слава ему и величие, ниспослал следующие аяты: «Инна анзалнаху фи лейлатил кадр, ва ма адрака ма лейлатил кадр, лейлатил кадр хайрум мин альфи шахр, таназзалул малаикату варруху фиха би идни раббихим мин кулли амр, салямун хия хатта матла альфаджр». Воистину, мы ниспослали его, то есть Коран, в ночь предопределения. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше 1000 месяцев. В эту ночь ангели и дух, то есть Джибрил, нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. Сура предопределения. Так, искреннее поклонение Аллаху в эту ночь превосходит джихад ради Аллаха на тысячу месяцев по пути Аллаха. При этом пророк, мир ему благословение Аллаха, поведал, что проведение в поклонении ночи предопределения ведет к прощению грехов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто проведет в поклонении ночи предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся все его прежние грехи. Следовательно, мусульманин должен стремиться оживлять эту великую ночь для достижения близости ко Всевышнему Аллаху с надеждой на прощение грехов. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал нас ждать ночи предопределения в связи с обильной божественной щедростью, которая проявляется в нее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: ждите наступления ночи предопределения в одну из 10 последних нечетных ночей Рамадана. А в другой редакции говорится: ждите ночи предопределения в последние 10 ночей Рамадана, когда останется 9 или 7 или 5 ночей до конца месяца.
В состав наиболее важных добрых дел в течение этих дней входит закатульфет, то есть милостыня разговения, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника разговения. Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, вменил в обязанность мусульманам закатульфет как очищение для постящегося от скверны пустословия и непристойности, а также как питание бедным. И кто выплатил его до праздничной молитвы, его закат принимается. А кто сделал это уже после праздничной молитвы, то это будет обычная милостыня из числа милостыней». В состав наиболее важных добрых дел в течение этих дней входит тоже усердное моление, ведь молба в течение последних 10 дней Рамадана больше всего подлежит принятию. Передается слово Аиша, да будет довольнее Аллах, что она спросила: «О посланник Аллаха, если мне удастся определить ночь предопределения, что я должна говорить тогда?» Он ответил: «Говори, о Аллах, ты прощающий и любишь прощать, прости же меня». Так, давайте проявим внимательность с целью воспользоваться этими добродетельными днями и благословенной ночью предопределения с помощью поминания Аллаха, мольбы, чтения Корана и всего, что может приблизить нас ко Всевышнему Аллаху, чтобы мы не были лишены милости Аллаха. Наш пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «В этот месяц у Аллаха есть одна ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. И тот, кто лишился блага той ночи, тот действительно потерял многое. О Аллах, поистине, ты прощающий, любишь прощать, прости же нас».